всем привет, вы на канале Monster 20K, это мое новое видео по Чикинган. Сегодня, по идее канала Котекс 41К, мы будем призывать миф 303. Итак, чтобы его призвать, нужно создать сервер с названием 303, а также с паролем 303. Ну, в принципе, почти все. Осталось выбрать фримод и, наверное, любую карту. Показывать списки серверов и число игроков, думаю, ничто не значит. Ну ладно, я поставлю, допустим, 5 игроков, давайте. Все, ребята, мы создали этот мир. Итак, все, что нам нужно сейчас, это построить тотем. В будущем будем строить себе домик. Так, для того, чтобы построить тотем, нам нужно одно зеркало, термоядерные мины. Блин, какая зеленая мина, я совершенно зеленая спать. 4 термоядерные мины, как я уже повторялся. По бокам ставим зеркало, а еще спереди и сзади. Почти все. Осталось только в правой и левой мине поставить факела. Не знаю, что это значит вообще, но пусть так будет. Это, в принципе, просто тотем. Вопрос только, где факела? Да где факел? Не факел, нет, я факел потерял, вы издеваетесь. Так. Ой. Ну, ё-моё. Как всегда, сдох на мини. Так, ребят. Возвращаемся, сейчас шуточек нет. Где ядерная мина? Вот она. Сейчас мы ее поставим. Да, блин, эти смоки заколебали. Выкину-ка все гранаты, а то вдруг что-то сломаю. Так, вроде бы все. А, нет, я, блин, тупой, только что говорил про тотемы и забыл про них. Тотемы, блин, факела. А где факела? Мне кажется, я пропустил. А, вот факел, блин. И, оказывается, его раз 30 пропустил. Так. Сейчас надо еще второй факел. Еще, по-моему, какую-то бандуру сверху надо. Я не знаю, что это за строение. Ну, сейчас я вырежу тогда половину видео. И когда я найду, я вернусь. Так, ну сейчас давайте чуть-чуть поищем видео, я просто не помню, какой вход. Сейчас я, ребята, обрежу. Ну вот и все, я нашел эту штуку, оказывается, она была в девятой вкладке, блин, в третьей. Сейчас мы будем строить дом. И да, я такой тупой, что решил простроить просто целый дом. Да-да. И у меня не будет даже камер, наверное. Я хочу какие-нибудь украшения, наверное, построить или нет. Не знаю. Что бы построить. Ладно, наверное, ничего строить не буду. Ладно, да, ничего не буду. Так, давайте в окно посмотрим. Звездочки красивые. Звездочки. А, это что было? Ладно, наверное, показал. Хотя какой показалось, оно на весь экран было. Так, что бы сделать? Возьму-ка фонарик, а то мне реально чуть-чуть страшновато стало. Так, мне надо с фонариком. Господи, какое же кривое освещение. Так, ладно. Сейчас будем что-нибудь делать. Что-нибудь поставить, ладно, не будем. Так. Что бы сделать? Ай, что-то чуть-чуть залагало, блин. Так. Ой, что это за лаги? Это что за лаги? Это что такое? Почему не лагает? А, блин. Почему залагало? Что за фигня, алло? Как? Как это исправить? Куда? Что? У меня из-за этих сраных лагов уже я нормально ходить не могу. А, у меня, господи, что-то как лагает. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, что это было? Отлагало? Да, все, отлагало. Так, ну и хорошо. Луна меня пугает немножко. Так. Что бы сейчас можно сделать? Ну, мы сейчас просто гуляем. Давайте я в дом. Нет, не буду. Короче, давайте просто погуляем. Вот я не знаю, когда мне примерно сломать этот сраный тотем.
Ай-яй-яй, что произошло? Не показалось или что? Да, не показалось, кажется. Так, ну что, ребята, будем ломать это зеркало. Все, пришло время. Hasta la vista, baby. И чё? А, это что? Это что? Это что? Бежать! Нет, бежать! 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 Только бежать! Блин! Какие настройки? Убери! Чё за херня? Чё за лага? Не понял. Ладно, ну на этом заканчивается мое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!